получается. Замечательно. Тогда, Светочка, можешь тогда выключать камеру, можешь выключать микрофон. Благодарю тебя. Благодарю вас. Сейчас мы приступим к следующей части нашей сессии. Вы знаете, сегодня очень мощный портальный день. Пятерка, двойки, посередине снова пятерка. Это вообще мои числа. Пятерка и двойка, потому что у меня по генным кодам идет манифестатор именно с этими числами пятерка и двойка. И сегодня у нас очень важная практика, потому что эти цифры дают нам возможности, ключи провести очень мощные энергии, сонастройки со стихиями, почувствовать их в себе, познакомиться с ними в себе и через себя провести на планету. Знаете, я когда думала, как проще донести информацию, потому что есть у нас очень подготовленные, продвинутые проводники, им объяснять ничего не надо, но нас будут слушать еще в записи. И я подумала, как проще все это сделать. Я не буду углубляться в теорию, каждый может прочитать, но что мы сделаем? Вот после того, как Светлана выступила, мы сейчас эмоционально подготовлены, мы сейчас на такой, на тонкой волне, мы способны очень многое почувствовать. Поэтому просто краткая инструкция. Каждая стихия, стихия земли, воды, огня, воздуха, эфира, да, она соотносится к нашим чакрам. Вот так в таком же порядке и есть. Корневая чакра соотносится к стихии земли. Вторая чакра, это под пупком, относится к стихии воды. Следующая наш живот. Третья чакра – это стихия огня. Четвертая чакра – сердечная чакра. И эфир – это пятая чакра. Поэтому сейчас, когда мы будем погружаться в потоки, просто внутренним взглядом опуститесь в свои чакры. Но не думайте о чакрах, а просто наблюдайте, что будет происходить в этой зоне. И просто говорите, если первая чакра – это земля, просто можете про себя говорить «земля», медленно «земля», «земля». И чувствуете, на каком уровне, насколько у вас развита связь с этой стихией, насколько вы чувствуете друг друга, насколько у вас она в балансе в теле. И просто наблюдайте, и у вас будут очень разные ощущения, и вам будут приходить разные, может быть, мысли, чувства, эмоции. Просто наблюдайте, не входите в них, просто наблюдайте своим взглядом. Они начнут выравниваться. Когда вы почувствуете, что работа сделана, а вы это почувствуете, и просто договоритесь со своим телом, со своим взглядом внутренним, что по окончанию работы в этом пространстве, с этой стихии, ваш взгляд будет помещаться, перемещаться вверх. Да? То есть вы дальше будете переходить в зону воды, во вторую чакру, дальше в огонь, воздух, четвертая и пятая в эфир. Вы прочувствуете это все, запомните как файлы информацию, что вы получили, какие ощущения, какие чакры, какие стихии у вас, в каких стихиях вы, с какими стихиями вы в гармонии, в балансе, какие стихии у вас дисбалансированы. Запомните это, можете даже записать, вы все равно будете в потоке. Но, скорее всего, вы запомните 5 чакр, вы просто пометьте себе галочками в уме, с чем вам нужно будет поработать, на каком уровне, в каком процентном даже соотношении будет у вас это прочувствовано, гармонизация. Когда мы пройдем все чакры, и знайте, что нас ведут, и каждого будут вести конкретно по этой задаче, и вас будут проводить по всем стихиям, вы прочувствуете это все, просто будьте в доверии. Не бегите никуда, не думайте умом, ничего этого не делайте. Вас проведут и каждому покажут, где у кого что, с чем нужно работать, где не согласовано, где нету гармонии.
Кстати, вторая чакра, она стихия воды, она связана еще с шестой чакрой, с нашим третьим глазом, потому что это одна эмоциональная сфера развития интуиции. Поэтому вы можете чувствовать в разных частях тела отклики, отзывы и движения, и эмоции, и, скорее всего, будет очень бурный поток. Просто наблюдайте. В итоге у нас будет сбалансировано на том уровне, насколько мы можем сегодня сбалансировать эти энергии в наших телах. И когда это будет уже совершено, каждому будет подан поток, тот, который необходим именно ему, именно сейчас, для исцеления тех областей в его физическом теле либо в ментальном, которые сейчас нужны. Поэтому просто будьте в доверии, вас проведут. Можете даже спрашивать, что следующее, да? И просто ведите, не торопитесь, вам все покажут и вам все расскажут, там вы почувствуете. И что очень важно в этой практике? Через вот эти ощущения мы развиваем свою чувственность, мы входим в контакт с своим телом. И вы впоследствии вот эти ощущения можете запечатлеть в себе и войти в них и считать информацию, а что же тело вам хотело сказать? Какую информацию оно хотело до вас донести этими вибрациями, этими энергиями, этими посылами? Мы научимся очень многому на таких сессиях через чувствование себя, энергии, через взаимодействие со стихиями. Итак, сейчас мы начинаем нашу сессию, и я приглашаю Агату. Агата, доброе утро. Доброе утро. Всем. Доброе утро, дорогая. Что, мы можем начинать? Are you ready now? Yes. Начинаем. Начинаем. God bless us.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Спасибо большое. Спасибо вам всем.